Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. МВД собирается сократить перечень грубых ошибок, при совершении которых практический экзамен на права считается не сданным. Сейчас таких фейлов 17, в ближайшем будущем их может стать на 2-3 меньше. Кроме того, в список планируется включить непристегнутый ремень безопасности, сейчас за это начисляется 3 штрафных балла, и разговор по телефону во время движения. Не знаю уж, кому может прийти в голову во время экзамена совершить или принять звонок. Трасса 101. Власти официально утвердили 8 причин для признания водительского удостоверения недействительным. До сих пор такого списка не было. Он должен вступить в силу с апреля следующего года. Итак, в перечень входят истечение срока действия документа, смена имени или фамилии, износ, повреждение, утрата, выдача с нарушениями, появление медицинских противопоказаний к управлению и, наконец, смерть владельца. Трасса 101. BMW отзывает в нашей стране пару сотен кроссоверов X5, X6 и X7, выпущенных в этом году. ВИН-коды размещены на сайте Росстандарта. Из сообщения ведомства ясно, что у машин что-то неправильно сварили в подвеске. Детали могут разъединиться, вследствие чего машина станет неуправляемой. Трасса 101. Компания Renault начала выкидывать в сеть фотографии второго поколения Duster, продажи которого должны стартовать в начале 2021 года. Кроссовер на снимках пока разглядеть сложно, в общем, интрига. Хотя специалисты говорят, что внешность новинки кардинально не изменится. Ожидается, что в линейке двигателей появится 150-сильный бензиновый турбомотор, а также полуторалитровый 110-сильный дизель. Сейчас Duster стоит минимум 865 тысяч рублей. Трасса 101. А компания Tesla пообещала выпустить компактный электромобиль для европейского рынка. Как отметил руководитель предприятия Илон Маск, модель S и модель X для стран Старого Света могут быть великоваты. Стоимость новинки, если переводить на рубли, окажется в районе 2 миллионов. Добавлю, ранее Маск заявил, что вскоре появится возможность существенно удешевить производство аккумуляторов для электрокаров, вследствие чего стоимость последних сравняется со стоимостью авто с двигателем внутреннего сгорания. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. Трасса 101.